10 скрытых камер, размещенных в нужное время и в нужном месте. 78 часов уникального видеоматериала. 60 суток, ушедших на синхронный мультикамерный монтаж. Мы покажем вам то, чего не видел ни один житель планеты Земля. Реальную жизнь реальной многодетной семьи амурских леопардов без всяких прикрас и спецэффектов. Посмотрев предыдущие серии, вы, конечно же, решили, что в жизни нашей пятнистой семейки вовсе нет места теплым добрым чувствам. А вот и неправда. Смотрите, как только маме удалось накормить отпрысков, все в корне меняется. И в жизни пятнистой семейки находится время не только играм, но даже и нежностям. Мы, конечно, не знаем доподлинно, но вот этот жест котенка хвостом вполне может означать: «Спасибо, мамочка, все было очень вкусно, ты замечательно готовишь». Многие спрашивают, а умеют ли леопарды мурлыкать? Википедия утверждает, что не могут, но у вас есть возможность отключить Википедию и прислушаться собственными ушами. А еще у сытых котят прорезалось праздное любопытство к предметам, которые здесь висели с самого начала, но было как-то не до них. Мать знает, что эти штуки абсолютно безвредны, но все же говорит детенышу что-то типа: «Не трогай эту гадость». Ну вот, нашего третьего котенка опять обидели. Среднего алиби, он в данный момент завтракает. Значит, обидчик опять самый нахальный и непослушный первый котенок. Но бог с ней, с обидой. Раз уж мы увидели нашего третьего, давайте внимательно приглядимся к его левой передней лапе. Вроде все в норме. Да, он ступает левой передней лапой так же уверенно, как и правой. На душе полегчало.